Привет, меня зовут Аслан Саллати, мне 22 года, я являюсь профессиональным актером театра драмы и кино. 3 года работал в Краснодарском театре под названием «Один театр». На данный момент я живу уже на протяжении года в Москве, снимаюсь в кино и сериалах. Также недавно закончились съемки в новом веб-сериале под названием «Эра медведя», где я сыграл одну из главных ролей – киберспортсмена. Увлекаюсь парной и одиночной акробатикой. В принципе, я хорошо владею своим телом. Люблю искусство, картины и так далее. Прогулки на природе также включены в это во все. Да, кстати, я в сериале поменял свой образ. Я уже забыл 3-й раз об этом сказать. Да, у меня были большие кудри. Жду ваше предложение. Как вы видите, я крейзи. Могу состричь, могу нарастить, могу сделать все со своей внешностью.